1 апреля прием и выдача документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним ведут специалисты филиала Федеральной кадастровой палаты по Воронежской области без участия Управления Росреестра. Эксперимент проводится поэтапно на территории Республики Северная Осетия, Алания, Алтайского, Красноярского краев, Владимирской и Костромской областей, Еврейской автономной области. Воронежская область тоже вошла в этот перечень. Если говорить о заявителях, то принципиальным в этом эксперименте является то, что управление не осуществляет полномочий по приему. То есть те традиционные тропы, скажем так, да, которые были протоптаны уже на территории области в разных муниципальных образованиях, приемные управления, на сегодняшний день переориентированы на филиалы и на территориальные отделы кадастровой палаты. Я думаю, что каждый заявитель области, житель области знает, что такое кадастровая палата, потому что многие сталкивались с вопросами земли, поэтому это не будет для них какой-то большой неожиданностью, скажем так, и какие-то трудности не вызовет. С 1 апреля эти полномочия переданы практически во всех территориальных подразделениях управления на территории Воронежской области. Есть определенные сложности на сегодняшний день, ну, поэтому это и называется эксперимент. Задача эксперимента – выявить те проблемные моменты, да, и пути их решения, для того, чтобы в последующем принять решение, распространять ли эту практику на территории всей Российской Федерации, либо вот остановиться как бы на уровне этих 7 субъектов. Документы на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество у заявителя принимают не только в филиалах кадастровой палаты, но и в многофункциональных центрах. На территории области сейчас работает порядка 22 окон приема. Эксперимент Росреестра завершится в мае, тогда и можно будет оценить его результативность.